Попробовать шашлык, азиатский плов, молочную продукцию, попить чай с бальзамом или приобрести плетеную корзинку. Это и многое другое барнаульцы и гости города могли сделать на ярмарке местных товаропроизводителей «Выбирай свое». Вот пряник взяли к коньяку. Печенье. Как бы нравится вот эта фирма. Вот она в основном на ярмарках, как бы магазины сильно нет. А на ярмарках приобретаем печенье у них. Набрала продуктов, каких мне надо. То есть все, все меня устраивает. Люблю весело, людям хорошо, должны люди общаться. Хорошая ярмарка, алтайские товары представлены. Покупаем алтайское, как так, патриоты края, да. Покупаем, пьем, отдыхаем на Алтае, все делаем на Алтае. И любим Алтай. Участие в мероприятии, посвященном Дню российского предпринимательства, приняли более 30 барнаульских предприятий. Именно на таких ярмарках многие производители представляют новинки своей продукции. Мероприятие очень полезное и важное. Мы традиционно в нем принимаем участие. Мы сюда привозим свою продукцию, чтобы люди могли попробовать ее. Ну, если не у производителя, они могут это сделать. Нам очень нравится, что все здесь собираются ради того, чтобы посмотреть свое алтайское. Потому что алтайское на самом деле очень ценное, очень важное. И наша задача – это алтайское показывать самым лучшим образом. Кроме того, гостей развлекали творческие коллективы города. Для самых маленьких провели анимационную программу. А везунчики получили подарки на розыгрыши. Мероприятие организовал Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города. У нас на территории города Барнаула более 40 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. В сфере предпринимательства у нас сегодня трудится более 143 тысяч граждан города Барнаула. Конечно, рычаги имеются разные, как бы и у нас на уровне администрации Алтайского края. Очень много федеральных поддержек, также местных поддержек. Очень много грантов предоставляется сегодня и на покупку оборудования, и льготное кредитование, и также всякие информационные. Поддержку мы оказываем. Отметим, с каждым годом количество предприятий, которые радуют жителей города своей продукцией, увеличивается. В принципе, знакомые, да, бренды. Очень здорово, что ты их видишь в жизни, да, в обычной, но не понимаешь, что это алтайское. А когда сюда приходишь, ну, гордость берет. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.